Игорь Николаев эмоционально объяснил, почему не выступил в Холмске на дне города. Певец оправдался в Инстаграме перед земляками, которые ждали его выступления на городском празднике в субботу, 15 августа 2020 года. Он пообещал дать концерт в Холмске, когда был там в прошлый раз в ноябре 2019-го. Тогда власти города попросили его выступить, и Николаев согласился это сделать перед полным залом зрителей. Но в итоге его никто не позвал. Артист подчеркнул, что без официального приглашения он со своими сотрудниками приехать просто не может. Он гневно отчитал за это городские власти. «Я удивляюсь, с какой легкостью люди дают обещания и потом так же легко о них забывают». Николаев также уверил земляков, что не забыл о малой родине, и поздравил их с праздником. В комментариях фанаты похвалили певца за то, что он не отказывается от своих корней.